Як сапраўдныя аператыўнікі паказалі сябе навучэнцы баранавіцкага эканоміка-юрыдычнага каледжа Захар Тарасаў і Яўген Герасімовіч. Падрабязнасці гісторыі ў нашым наступным матэрыяле. Захар Тарасаў і Яўген Герасімовіч – аднагрупнікі і сябры. Практыку ў аддзеле крымінальнага вышуку вырашылі праходзіць невыпадкова. Хлопцам захацелася ўбачыць работу крымінальнага вышуку. Да выканання даручаных заданняў яны падыходзілі адказна, што пацвярджае наступная гісторыя. Один из дней нам было поручено задание найти двух людей, которые совершили нападение и кражу. Потом это выяснилось. Мы ходили, ну, нас завезли на район, где они совершали нападение, чтобы мы прошлись по ним и не было, ну, не совершили больше нападений. Они побежали в частный сектор, где и мы их загнали в тупик, как бы. Мы с Женей, ну, как бы их догнали, одного задержали, а второй убежал. Я за ним побежал, остановил. И как раз в это время приехали сотрудники милиции, которые мы ранее позвонили. Сообщение места. Наперадзе у хлопцаў сесія і яшчэ адна практыка. Хутчэй за ўсё, гавораць, зноў адправіцца ў гарадскі аддзел унутраных спраў, дзе ўжо зарэкамендавалі сябе са станоўчага боку. За время учебы проявили себя как любознательные учащиеся, живые, непосредственные, интересуются чаще всего, наверное, дисциплинами уголовной отрасли права, уголовного процесса. Ну и проявили поэтому себя на практике именно с этой позиции. Надеемся, что и в дальнейшем они покажут себя и на практике. За активную громадянскую позицию и оказанную допомогу у затримания злочинцев от Барановицкого городского отдела внутренних справ хлопцы отримали подяку и грошовые премии. Алена Громадская, Катерина Булатецкая, Юрий Титов, областные новины, Барановичи.